27-м спортивном фестивале среди инвалидов с нарушением слуха принимают участие 10 сборных команд из муниципальных образований. Впервые на фестиваль приехали команды школ-интернатов из городов Краснодара, Армавира и Тихорецка. Это опытный вариант пригласить интернаты на соревнования, но он удался. И спасибо преподавателям школ-интернатам, что вы привезли команды, которые достойно представляют ваши организации. И молодым ребятам, школьникам, смотрите, школу заканчивайте, спорт для вас не заканчивается. Любите спорт, живите спортом. И удачи всем на этих соревнованиях! Этот фестиваль является отличным стартом для молодых спортсменов. В этом году на всероссийских соревнованиях по гандболу среди инвалидов с нарушением слуха сборная Краснодарского края стала чемпионом. В июле команда поедет на сурдоолимпиаду в Болгарию, в город София. Тренер команды Александр Савельев отмечает, что это результат огромной работы, и все достижения начинаются с таких вот краевых фестивалей. Люди могут встречаться, общаться, как бы обмениваться опытом, смотреть друг на друга, смотрят, какая работа, ну, контролируют, какая работа вообще ведется, как ведется работа в крае, в районе, в местных отделениях. В программе фестиваля игры по мини-футболу, стритболу, настольному теннису и пляжному волейболу. На спортивных площадках царит дружеская атмосфера. В состязаниях участвует и анапская команда. Я думаю, что ребята все довольны, что побыли здесь. Очень хорошее место здесь. И корт хороший, песок хороший, сказали. Одно удовольствие играть. По итогам всех состязаний третье командное место заняли участники из Краснодара. Серебро – сборной города Сочи. И чемпионами стали спортсмены из Новороссийска. Но на этом фестивале нет проигравших. Участники радуются победам, возможности общаться и заниматься спортом. Пример этому сочинская команда. Для нее серебряный кубок – это отличный стимул к дальнейшим достижениям. У нас был, как появился стимул, то мы взяли какой-то кубок. Не обязательно третий, можно второй, можно первый. Но мы взяли второе место. Это наш большой успех. Можно через год мы возьмем первое место. Его мы получим обязательно. Сильнейшие спортсмены фестиваля войдут в состав сборной Краснодарского края и будут принимать участие во всероссийских соревнованиях. Оксана Рябухина, Александр Ивановский, специально для Анапы регион.